Поехали, друзья мои. Значит, друзья мои, витаминный сбор. 18 видов травяного чая, включая липу, включая цветочный витаминный для иммунитета от простуды, от ковида, от всякого зла. И этот самый, и мята здесь. А, ароматный. Даже с эти, чем это, цветочки этого самого, разные цветочки тут. Вот, цветочный. Вот он, значит, Иван-чай. Значит, крепкий бергамот. Вот он еще цветочный, красивенький. Так, друзья мои, кофея разные. В основном есть кафе Болт и Якобс. Да. Ну и, друзья мои, кто любит пюрешечку, кто жареную картошечку, вот они, помидорки, друзья мои. Это маринованные помидорки. Уже 15 бутылей таких я продал, 10-литровых. Сейчас вот это ноябрьский помидор, каховочка. Это наш украинский помидор, это не Турция. Это бомба, друзья. Вот. И празднуем также китайский Новый год мандаринами. Скоро будем праздновать Рамадан, узбекский, мусульманский Новый год. Он празднуется месяц, целый март до апреля, по-моему. Так что будем все Новый год, поэтому елку не убираю. Вот эти все, вот эти, вот сними вот эти вот. Эту всю гирлянду ничего убирать не буду. Вот. Ну так, как-то так, друзья мои. Я вас жду в себе в гости. А вот вы варенье, варенье. Значит, от простуды и от давления. Рябина уже, смотри, банка была, раздал друзьям тут. Кому просто угостил, кому кто попросил, тому продал. Ну и вот он чаек, если что, сейчас Андрюхе налью, если он не отказываться не будет, то он отказывается. Спасибо за внимание, с вами был на связи Роман Винодел-Бергянск, YouTube, Facebook, Роман Гаркин. Приходи, будьте здоровы.